Мур, привет, друг, это Зверько, и у меня маленькое сообщение для детско-садочной группы, которая уже в этот момент пишет: «Ты опоздал, я обзоры видел у другого блогера!» Мой канал посвящен детальному разбору механики игры, а не выпускам видео на скорость. А подобные зрители, которые «Я уже видел», понижают IQ всей улицы. Так что до свидос вам. Но я взрослый, я тоже хотел написать это. А, пофиг, дизлайк. А теперь для оставшейся нормальной аудитории переходим к обзору Бенедетты. Это у нас убийца. Да, опять человек, опять с мечом. И да, эти навыки в игре уже есть, но под другим соусом. Давай по порядку. Внешность на любителя. Седой локон, как отсылка к Роук из Марвел. Но если девушка с мечом, то я бы предпочел внешность Галины Кохвакка. Кто в боевой теме, тот поймет. Итак, пассивка. Нанося удары, Бенедетта накапливает энергию для удара. Зажимая атаку и отпуская ее, она делает прыжок и удар в ту сторону, куда направлен левый джойстик. А можно банально зажать кнопку атаки и заряд накопится. Механика знакома тем, кто играет на Харите. Этот удар считается навыком, а не автоатакой. Можно и нужно навыком спамить, чтобы перепрыгивать препятствия, догонять, отступать и все в таком духе. Первый навык. Беня отскакивает назад, оставляя тень. Тень наносит удар, а потом подскакивает Беня и тоже наносит удар. Если в цель попала и тень, и Беня, то второй удар получает бонус к урону – 200%. Навык не перепрыгивает препятствия. Второй навык. Бенедетта принимает защитную стойку на полсекунды и блокирует один урон, либо контроль. После защиты атакует прыжком по прямой. Вместе с уроном замедляет противника. А если тебе удалось заблокировать контроль, то вместо замедления наносит этот контроль. Ульта. После короткой подготовки прыгает вперед, замедляя противника на 70%. Почти на секунду. А через короткое время на видимом пути появляются лезвия, которые наносят урон и немного замедляют. Все четыре навыка, учитывая рывок пассивки, массовые и считаются навыками. В том смысле, что во втором навыке Ханза работает меч охотника на демонов, а у Бенедетты нет. Геймплей могу показать только на ботах. С пингом 120 и выше на ней делать просто нечего. Итого, что имеем. Урон невысокий, но массовый. Три прыжка прямо в навыках. Способность блокировать удар. Дико жрет ману и быстро перезаряжает навыки. Лично мне очень напоминает Ланселота. Те же яйца, только в профиль. Герой нацелен на спам навыками и уклонение от урона на скиллушечке. Оставляю тебя с геймплеем. Мне еще обнову переводить и снимать. Подписывайся на канал. Скоро увидимся. Ушел, мертвый обед, они шли, чтоб победить, что любовь.